Давайте я коротко скажу. То, что я делаю, то, что я инициирую, в первую очередь скоординировано с господином примаром. То есть это постоянные диалоги и дискуссии, постоянный анализ и контроль. Его отсутствие, даже сегодня мне звонили с определенных средств массовой информации, как сказывается отсутствие, никаким образом не сказывается. Конечно же, все скучают и хотят видеть его на месте, но сама работа чувствуется даже когда его нету на месте, потому что в каждое действие мы синхронизируем и координируем. То есть, чтобы жители муниципия Белица не представили то, что его, если его принудили, чтобы он не возвращался домой, да, он забыл про Белица. Ни в коем случае, вы сами видели. Те же подарки спецтехники, которые, сами понимаете, сколько они стоят, те же работы, которые за свой счет он делает, и параллельно, конечно же, мониторизирует и те же процессы и по текущим вопросам примарии. Я вас уверяю, даже те же мелкие процессы, он об этом знает, он всегда информирован соответствующим образом и даже всегда выслушивает и мнение и советников, мое мнение, и высказывает свое мнение, как было бы оптимально решить вопросы. Кстати, в основном все его решения появляются более оптимальными, чем которые мы предлагаем. То есть идет синхронизация работы, и от этого, от того, что он отсутствует, не приостановлена работа по муниципалитету.